С понедельника в Чебоксарах начнется отопительный сезон. 1 октября тепло начнут подавать в медицинские, детские, дошкольные и образовательные учреждения, далее в жилые и общественные здания. Постановление о начале отопительного сезона 2018-2019 годов подписано вчера Алексеем Ладыковым. Подача тепла должна начаться на пятый день, если температура воздуха держится ниже 8 градусов Цельсия. В этом году такая погода установилась с 27 сентября, значит, отопительный сезон должен начаться не позднее 2 октября, считают в мэрии.